Всем привет! И с вами я, Тень, и сегодня я тестирую снайперского братана в игре Pixel Gun 3D. Но сначала не забудьте подписаться на мой канал, а также не забудьте поставить лайк под это видео, братаны. Ну что ж, братаны, давайте начнем наш тест. Как видим, она хорошо стреляет, да еще и прицел нормальный. К тому же, вы посмотрите, один выстрел, один труп. Кровотечение добивает. Да-да, мне эта снайперка очень понравилась. Ну и я думаю, что она вам тоже понравится, хотя вряд ли это снайперка назовешь, потому что это револьвер, а к нему приделали запчасти от винтовки. Не, ну честное слово, тут даже все на полном серьезе. Только как револьвер может стрелять, это я даже представить себе не могу. Если бы к обычному револьверу приделали запчасти от снайперской винтовки, то он бы недалеко стрелял. Это явно, а тут какая-то магия просто. Не, я, конечно, не спец по снайперкам, но могу показать хоть на что я способен. Ну, я думаю, что этого коротенького видео вам достаточно, потому что, как я уже сказал, не спец я по снайперкам, но показал на все, что может эта снайперка и все, что могу я. Ну, а я также благодарю всех за просмотр этого видео, не забывайте ставить свои лайки, а также не забывайте подписываться на мой канал.